Особенной тягой к свободе всегда славилась художница Салтанат Ташимова. Она выражает в своих картинах всю свою внутреннюю энергию, которая льется нескончаемым потоком. Недавно Салтанат представила свою новую выставку под названием «Втайне себя наружу». По словам художницы, ее работы пропитаны идеей свободы и спонтанности. Я пишу по наитию, я пишу спонтанно. Это нет специального замысла. Я стою перед чистым листом, перед чистым холстом и включаю в себе такое ощущение такого творца. Она отказывается от клише, установок, привычек и сознательного восприятия. Салтанат полностью отдается живописи и считает, что все ее старания проходят не зря. Хотя бы потому, что ее картины удивляют не только зрителя, но и ее саму. Вот это вот ощущение выплескиваешь, оно бывает разное. Оно бывает где-то больше драмы, где-то больше радости, где-то больше грусти. Но в основном это у меня очень такие позитивные работы. Нужно отметить, что выставка Салтанат Ташимовой носила весьма специфический характер. Здесь не было атмосферы пафосных европейских выставок. Здесь царила доброта и позитивная энергия. Но это было еще далеко не все. Салтанат – поклонница тенгрианства, и на этот раз представила вниманию публики свой уникальный перформанс. Экспозицию посетили много людей. Среди них оказались и те, кто с самого начала осознал посыл художницы. И вот сейчас вот эти полотна, которые вы видите на этих стенах, это как взрывы, маленькие взрывы рождающихся вселенных. Я так для себя поняла. Свобода мысли, движений, творений. Салтанат не намерена останавливаться на этом. А мы будем ждать от нее новых успехов. Артем Обленко, Эльнур Касиман, Жанна Кун.